На случай следующего письма. Слышь, ты маме не хочешь письмо отправить? Пока нет. Ну ты зря, надо с мамой чаще общаться. Дай тогда позвонить, пообщаюсь. Звонить? Не, звонить нельзя, только в письменном виде. Хотя есть еще одно письмо, тоже мамке. Отнесешь? Да? Давай, давай. Конечно, отнесу. Ты молодец, что так часто общаешься с мамой. Сейчас спиши, да хорошо? Я сейчас наверх поднимусь, проверю и отправлю, ладно? Проверяй. Проверяй, падла. Менты, вы чё? Меня лохнут хотели? Поганые. Супермаркет подарку закрылся. До меня дошли слухи, что вы дописываете в мои письма. Теперь всё, халява кончилась. Видите, я не понял, здесь тут нет ошибок. А где шифр? Какой шифр? Тебе прямым текстом написали. Все, нету у нас Дед Мороза с подарками. Как это? Как? Догадались они во всем? Ё-моё! Что мне теперь делать? Я шефу обещался резины загнать. Презервативы, что ли? И какие презервативы? Топас мою. Как бы, а это Пирелли, низкопрофильные шины, сколько стоит, да? Около 3000, я думаю, где-то. 3000 баксов? Или это в тенге? Ну, хотя, понятно же, да, что это в долларах, или они продают в тенге. Мурат, да по-любому в тенге же. Ищак, хоть я и с ума схожу, блин, я понимаю, что это в долларах. Твою... Да не переживай так, нормально все. Конкретно от шефа получишь и все. Короче, мне пофиг, я... Допишу все равно. Закажу, вдруг проканает. Да, все в порядке. А в чем дело? Отлично. Как ты себя чувствуешь? Шеф, вызвали? Садись. Так, что-то. Не знаю, что на меня нашло. Где шин? Я не знал, что так получится, шеф. Просто тот знакомый трубку не брал, до сих пор не поднимает. Я хотел, и не получилось, извините, пожалуйста. Я так хотел стать лучше, но, увы, никак не сумел. Да, и может завтра станем мягче. Все ждут, пока мы вредные привычки спрячем. И может перестанем быть как раньше. Сейчас мы дикие апачи.